Здравия желаю. Итак, сегодня запускаем. Собрал эту батарейку, видите, зеленая. В ящик зеленой энергии, короче. Будем запускать батарейка для БГТ. Вот этот мотор на 124 ватта магнитный. Значит, будем запускать, пробовать, сколько она проработает. То есть, какова ее мощность реально. Итак, приступим. И засекем на секундомер. Так. Один конец. Второй конец. Поехали. Включаем секундомер. Может, батарейки дохлые, а может, хорошие. Посмотрим. Вот вольтметр. Тут 7 штук. Сколько проработает? Мощь мотора 124 ватта. Ну сейчас пока прервусь, как закончится, продолжим съемку. Итак, значит что, смерим напряжение. На 8 батарейки подсели до 8, а у них номинал 11. Это значит, можно останавливать секундомер. Стоп. Секундомер останавливаем. То есть до 8 оно, значит. Вот смотрите. 45 минут. И 9 секунд. То есть если 120, 4 у него мощность у мотора. 60 минут. Поделим на 45. 1.33. То есть 124. То есть не час работал, а 45 минут. 124 разделим на 1.33. То есть 93 ватта. И опустилась до 8 вольт напряжение. Вот еще раз замерим. Так, вот напряжение 8.96. Ну это уже подсело уже. Все, номинальное у него 11.1. То есть при зарядке где-то 12 с чем-то у него должно быть. 12.5 где-то так. При полной зарядке. Вот. А тут оно, значит, показывает около 9. То есть уже подсело, можно сказать. Нет смысла дальше разрезать. Хотя там энергия есть, конечно, но будем считать энергию, которую такую полную, как бы. И на 8 будет еще крутить, это понятно. Но все равно будем полностью считать. То есть получается, ну, грубо говоря, 100 ватт. То есть мощность этой коробки всего 100 ватт. То есть, значит, батарейки не, ну, как говорится, не это самое. Не фонтан, потому что 7 штук по 40 примерно там было. Это 280. А у него 100 ватт. То есть на треть. То есть старые батарейки, видите, работают на треть. Но все равно, сколько поработают, столько поработают. Будем дальше вытаскивать. Значит, еще одну коробку делать. 100 ватт уже есть. Считайте. Вот эта коробка. Зеленая энергия, 100 ватт. Еще надо, значит, до штуки 3 бы еще. То есть штук 30 этих найти. Чтобы было это по 200 ватт хотя бы.